Доктор Машинкова. Был отличный солнечный день, и маленький желтый автомобильчик не спеша ехал по дороге, везя за собой дом на колесах. На крыше лежит очень много сумок и чемоданов. Видимо, он едет издалека. Точно, он путешественник. Он ездит по разным странам и городам и изучает их. Но вот беда, бумажная карта, по которой он ориентировался, потерялась, и он не знает теперь, куда едет. На перекрестке с круговым движением он понял, что потерялся, и кружил по нему, не зная, что делать. В этом городе он никогда не бывал и никогда не ездил по этим дорогам. Без карты он был полностью потерян. К счастью, рядом гуляла доктор Машинкова и заметила странную машинку, которая без остановки кружила по перекрестку. «Похоже, ей нужна помощь», — решила Машинкова и остановила автомобиль. «Что ты делаешь?» — спросила Машинкова. Расстроенный путешественник рассказал, что потерял свою карту и заблудился. «Не беда», — сказала доктор Машинкова и пригласила автомобильчик к себе в гараж. Там у нее есть для него сюрприз. А вот и он. Машинкова принесла небольшую коробку. Что же в ней? Что же это за устройство? Телевизор? Нет, это спутниковая навигационная система GPS. С ней никогда не заблудишься. Давай я расскажу, как она работает. Это устройство и радио, и компьютер в одном. Когда машинка с этим устройством едет по дороге, у нее над головой, высоко-высоко за облаками, в космосе вращаются спутники, которые передают радиосигнал с данными о своем текущем местоположении. Приемник принимает этот сигнал, а компьютер обрабатывает и выводит на экран точные координаты на карте. Вот и все. Вот такое интересное и полезное устройство этот GPS-навигатор. Давай установим его. Для начала вынем старый радиоприемник. Он здесь не понадобится. А на его место установим новенький GPS-навигатор. Отлично. Теперь посмотрим, как он работает. Вот этот красный значок показывает наше местоположение на карте. А серые полоски – это дороги. А теперь давай выберем место, куда мы хотим отправиться. И навигатор сразу прокладывает самый короткий маршрут и будет подсказывать его во время пути. Теперь машинка-путешественник никогда и нигде не заблудится. Она может смело отправляться странствовать дальше. Ну а мы, ребята, прощаемся с вами. Ненадолго. Пока-пока.